Всем привет, с вами Ню и Зецу, вы на канале Фрикаделька, а это игра Инквизитор. Всем привет, да, у нас тут отправка в иной мир. Сразу же начинаем. Да, начинаем с него. С иного мира. Узнать правду надо. Любой ценой. Как он? Отче нас, владыка наш, избавьтесь от слабости, дабы мы не прощались согрешивших против нас, и вымани зло из мрака, дабы мы могли искоренить его во имя Твое. Аминь. Во имя Твое. Почему Твое с большой буквы? Ну, это как обращение «вы» к человеку, прямое обращение «вы» пишется с большой буквы. Ну, там же буквы. Нет, это же не может быть именем нарицательным, чтобы с большой буквы ну, писать. Ну, почему-то так, это в Библии же еще так пишут. Как бы отче с большой буквы, отче наш, оба слова с большой буквы, как-то странно. Так просто принят. Не знаю, есть ли в этом какая-то логика. Так, ну и что у нас? Узнавать правду, как всегда, старинными методами. Чего, 5 штук? Да хер его знает, сколько надо. Ну, по этим, да, даже 6 вроде. У тебя справа наверху вот так-то высветилась цифра. Да? Угу. Опа, Антон. Что такое? Не знаю. Это что такое нахер было? Всадники апокалипсиса. Существа из небытия, которые сулят разрушение всего мира. Они слишком сильны, чтобы с ними бороться. Свет, который вы излучаете в ином мире, может привлечь их внимание. Будьте осторожны. А, понятно, блядь. Чума может выпустить по вам залп стрел. Чтобы не получить урон, нужно покинуть область атаки. А, понятно. Пока только чума пришла. Это чума пришла, окей. Хорошо, ну просто странно. Первая война должна приходить. Да ладно. К этим присоединились дозорные, они способны призывать мрак. А вот это уже начинается попахивать теперь эти чуваки не бесполезны, которые шатаются по округе. Ладно, они начинают усложнять примерно игру. Ну хорошо, вот теперь. Вот теперь уже чувствуется что-то, что сложности нарисовывает. Да. Что теперь этих чуваков не избежать, потому что эта херня прилетит на их зов. Ну иной мир, в принципе, неплох. Спокойно. Не-не-не. А, это, видимо, там где-то. Ладно, да. Идем дальше. Это что такое? Какая-то скала. Ой-ой-ой! Так, вот это, когда я так молюсь, интересно, чума меня видит? Да, это и есть свет. Блин. Вот теперь уже просто так их не избежать, конечно. По фиолетовому это дозорные. Да. Ну, допустим. Я слышу стрелы. Да ёб ты. Нет, он позвал мрак. Я уже вижу, он его зовет. Убей его. Вроде не успел позвать мрак. Да и тут лабиринты, конечно, стали пипец. Ладно, хер на тебя. По-моему, я иду. Я не понимаю, куда ты идешь, честно. Это что было? Не знаю. А, это мрак, он так быстро сюда прилетел. Вообще. А я уже все. А я уже забрал. Плетет рифмы, хохочет, дико пляшет, что есть моча. Флейта в руки попадется. Так на ней сыграть придется. Окей. Это у нас этот говорит. Палач. Либо Тианун. Может быть, кстати, что это сам Тианон. Ты видел? Я слышала. А он прямо, я включаю, он прямо где-то по пятам за мной идет и выпускает стрелы. Почему чума и стрелы? Странно, нет? Не, ну чума со стрелами давно было. Потому да? Что стрелы яд, типа. Чума это, да, это типа лучник считался. Смотри, а пропалил дорогу такой. Потому что у остальных, в принципе, оружие есть. У раздора только непонятно, какое оружие и все. Ну, который голод.
Потому что у смерти, у войны-то сразу понятно, какие оружия. Никогда не понимала, почему... Подожди, а раздор это как раз вместо чумы всегда было? Нет, голод и чума это две разные вещи. Нет, я понимаю, я тебе говорю, что раздор. Там был всадник. Раздор это голод так называемый. Был война, смерть, раздор и голод. Нет, раздор это чума, она всегда была. Там наоборот раздор с голодом все время местами менялись. Они непонятно кто. Сейчас. А, война раздор. Не, война вообще всю жизнь была. Толкование имени. Всадники на белом. Болезнь. Завоеватель. Всадник на рыжем. Война. Раздор. Всадник на вороном коне. Голод. Всадник на бледном коне. Смерть. Прилетели стрелы, короче. Прям в меня. Война на рыжем коне известен еще и как раздор. Ну ладно, может быть. Это есть что Википедия. Ну, что-то я не уверен, что так. По-моему, всю жизнь голод и раздор межживались между собой. Да, вообще удобнее всего все-таки это, что есть. Как мы привыкли. Смерть, голод, война и чума. Что-то знаешь, что меня напрягает? Сохранения давно не было этих... А вот он. Ты так любишь, знаешь, что-нибудь сказать, а потом игра такая, на. Заебал ныть. А то что-то я это иду и никак не могу. Проиграть можно. Сейчас уже напрягать стало тут в этом мире. Немножко напряжненько работа. Напряжненько, да, есть такое. Давай, я включаю купол нам. Сейчас он нужен, хотя бы отстрел защищать. Интересно, когда пойдет война какая-нибудь, что будет. Ну, наверное, будут эти ползать везде. Так, что-то подожди, я вообще не понимаю, как тут строятся пути. Но явно не сюда. Я вообще не знаю, зачем ты туда вышел. Да я хотел посмотреть, может ли там пройти. Это вообще к центральной части, по-моему. Или нет? Что-то какой-то длинный. Ползают, посмотрите-ка на них. Ну а чем у нас все остается? Вон оно. Опять кто-то стрелы стреляет. Ты думаешь, это стрелы? Да, да, это уже по звукам застрела. Вон они уже. А, нихуя себе. Та-та-та-та-та-та-та. А-та-та. Подожди, а где что-то я? Вообще не могу понять. Крокочет это еще тьма-то. Вон она слева, нет? А, нет. Так, это дозорные. Попробуем за ним. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Есть. Еще одна. Уже прям бегу. Безудержное веселье, я смотрю, у нас тут. Не, ну здесь уже хоть какой-то этот геймплей появляется. Знаешь, я поняла, что мне это напоминает? По-моему... Блин, вот вспомни, как называется этот фильм про богов. Довольно... Странная картина про греческих богов, помнишь? Не помню. А ты сам мне его показывал. Впрочем, полно, двинем дальше. Пока песня не стала фальшью. А так нельзя! Мы так не договаривались. Ёптыш, ну вот и все, мрак теперь сейчас будет за нами бегать. Ёканый бабай. Ай, блядь. Вообще, мне напомнил фильм, где они еще были такие гигантские на Олимпе. И у него просто такой костюм, он такой серо-белый, ну, такой серо-черный и с золотом. Короче, суть мрака проста. Он тебя не трогает, это типа он зрением смотрит. Он тебя сейчас всегда видит. А вот стрелы это погано. Он вот этим вот убивает. Молись! А толк-то от молитвы? Ты да, ее вот копишь. Чуть-чуть. Он убивает лучом. Он его потом сужает. Вот. И вот так вот бьет. Блядь, беги уже куда-нибудь.
Нам надо на защиту. Вот это да. Нам надо срочно бежать на защиту. Так, ты промазал? Я не понимаю, куда тебе бежать, если честно, абсолютно. Нет, ты помер. Ну, да, здесь стало напряжненько, конечно. А особенно, когда они сейчас так хорошо тебя видят. Ну да. Эй, ау. Спасибо. Игра такая, подумай. А ну тебе надо. Так, ладно. Это так, это что, вторая, да? Нужно ее заново забирать. Да, вон он. Ого. Это что такое? Это чума. А, это чума. Красиво. А 7 смертных грехов будет? Не думаю. Тем более, что здесь по этой версии Иисус про некоторые грехи так вообще возвышает. Слушай, да, логично. То есть тут такая концепция работать не будет. Да, есть такое. Так. Ну, чума, да. А потом они все будут вчетвером там зависать? Мне кажется, да. Ну, по другой-то версии не может быть тут. Как бы всадники, ну, это смысл добавлять одну чуму. Как думаешь, мы в конце игры заебемся в батле с Иисусом? А он тут будет? Да не буду. Вампира, вампира бы найти. Вампира? Да все забыли про вампира, забей. Так, полно двинем дальше, да. Да, да, там это. Валим отсюда сразу нахер. Это сейчас придет. А да ты чё? А, нихуя себе, он тебя скосил, блядь, половину здоровья. Давай помолимся немножко. Ты когда молишься, он в тебя стреляет. Я понимаю, нам надо жизнь остановить. Он, видишь, какой меткий чувак. Деганден. Амин. Я не знаю, как это комментировать, если честно. Нет, молитва хорошо на самом деле. Прикольно так. Он так это. Не, ну, колоритненько голос так говорит. Голос приятный у того, кто озвучивал. Голос приятный. Тот, кто читал, да. Да, но на анимацию здесь мне смотреть больно просто. Ну, я про это сейчас говорю. Типа, они такой странный дизайн персонажа сделали, что он похож просто Ай-яй-яй-яй, на... Сейчас бы стрелят. Да я вижу, вот, но вот я... Вот эти вот штуки, это стрелы. Я понимаю, но это настолько быстро их стреляет, их, что это вообще... Они как-то меня узнают, где я нахожусь. Вот, в общем, такой странный дизайн у персонажа, малость. Если так вообще можно сказать. Он не похож на какого-то брутального чела, который занимается вот этим, чем он занимается. Видимо, цель была не в этом. Все, тебе заходи. Блин... Слушай, а я смогу убежать? Да. Сочи. Старая техника еще. Если у тебя начался батл, ты не сбежишь с арены, пока не закончишь его. Так, пойдем хоть это. А по-моему, вот в этих куполах можно жизни восстанавливать. Ну, в любом случае, тебя там никто не тронет, поэтому ты можешь... Хотя, слушай, тогда в купол-то попали стрелы. А, не его. Вижу. Давай помолимся, ладно. Дину Винчестеру бы поучиться у него. Я хочу посмотреть просто, как он хотя бы стрелы стреляет, кстати. Ты думаешь, там какая-то анимация есть? Не упади к херам! Слышишь, я здесь. Выглядит красиво, конечно. Ну, выглядит красиво, да, согласна. В принципе, дизайн мрака, дизайн всадника. Ого! Косой. Нифига ты, блин. Полетели, затмили небо стрелы. Ай, блин. Это вот это как рассказы. Что столько стрел, что не видно неба. Слушай, ну представляешь, если несколько сотен солдат их пускают, к примеру, разом, то, конечно. Еще бы я сказала.
Касана. Ух! Добираемся, добираемся тяжелыми путями до правды. Тяжелая работа в инквизитор, конечно. Вот сейчас выстрелит. Помазал. Хорошо, что видно сразу, куда стреляет. Так, а вот этого надо... А, ну тут есть вот такой проходик. Там кто-то трахается, что там происходит вообще? Послушаем. Нет, там шутка, как всегда, юморит. И тебя проклятие ждет. Здесь смертей круговорот. Нок лишит тебя, веселый друг. Палач мордоворот. Ну, попробуем вот эту взять. Я, конечно, не уверен в том, что до нее может добежать, но в целом-то, может быть, и можно как-то побыстрее. Опа-па-па, я спрятался. Ну, звук на самом деле такой жутковатый. Ну, так ты сразу слышишь, как столько стрел выпустили. И ты все еще убеждена, что вот игре надо было полгодика еще, да и до ума ее надо было довести, и помариноваться. Это могло выглядеть очень хорошо. Подожди, я не пойму, вот смотри, вот тут есть эта метка. No. Тут, а тут я уже был, вот тебе беда. Значит, отсюда ты спускаешься, вон у тебя вправо, кстати, еще проход. А, да вообще там. Да. А, подожди. Тихо, тихо, тихо. Да хоть до сохранения дойти. Беги. Пики, пики, пики. Пики, пики, пиком. Кому там молимся-то вообще, я понять не могу. Че? Кому мы здесь молимся-то? Иисусу. Думаешь, он меня защищает? Думаю, да. Его ли это концепция? Ну, а как? Да, неплохо, неплохо. Но миры здесь намного мир, конечно, дольше стал проходиться. Прям вообще дольше. Ну, я тебе так скажу. С такими темпами можно это на целую серию растянуть. Ну, так-то да. Но мир, конечно, вообще стал долгий. Еще тут просто тут помимо того, что можно просто пробегать, сейчас стало надо аккуратно делать. Иначе тебя просто застрелят, прибьют. И все. Не говори. Ой, это что такое было? Это был луч света. От мрака. Оба! Хана мне. Выстрелят в тебя. Ой-ой. Она тебя спалила, походу. О, видишь, что творит? Тварь. А то подбирается она туда. Съебалась. Да, замолился. Давай. Ладно. Что происходит? Что я здесь делаю? А. Так, а, так. Да. Ты, значит, второй раз прокатит, что ли? Ай-яй-яй, летит! Со всех сторон, суки, зажали! Нет! Слушай, есть какой-то 2 и 3, помнишь? А это не работает. Почему? Молимся же. Бежим! Ладно, это неплохо. Замолился, я вам замолился в углу, чтобы его не тронули. Его не тронули. Вот как молитва работает. Так, и пойдем. Пойдем вон туда, вон на защиту.
Блин, а ты помнишь, сколько игра стоила? Не, не вспомню. Она нормально стоила для, конечно. Но для этой игры, конечно, это многовато. Мне кажется, 2,5, мне кажется, не тысяча помню. Она стоила. Врать не буду, я просто не помню. Может, 1,5. А, остановили. Так, куда последний, где остался? Так. Ага, все. Ну, неплохо, неплохо, на самом деле, неплохо. Так, ага, все, меня палило. Все. Не успел. Да не молись ты, Рмураку. Вот. Ты... Такие шипы. Ого, ты что это? Что это, вот веточку-то пошел. Успокойся. Червячки расползлись. О, ну это вообще, конечно. Ты где-то с той стороны. Вот так через центр, наверное, надо как-то. Ну, наверное. Карты не хватает. Просто-напросто элементарные карты. Да, что да. Здесь, что в городе. Просто да, тупо не хватает да, карты да, или да, какого-то да. Указателя, куда идти. Потому что это ничего не дает. Ты просто бегаешь, непонятно, зачем ты бегаешь. То есть, когда карта отсутствует в игре, тогда, когда игра линейная, или от этой беготни есть реальный толк. А от этой беготни толку здесь нету. Ты просто как бы растягиваешь хронометраж по большому счету и все. Куда ты опять поперся? Слушай, я не знаю. У меня что-то вообще. Так, а куда тебе? Где она? А там? Ну, там нет смысла. На... Хотя, давай попробуем, конечно, не спуститься. Вот здесь налево уйти. Может, есть, конечно, что-нибудь. Как-нибудь. Можно как-нибудь это. Ой, а что они здесь ходят? Ты же забрал. Не, я тут не взял, тут не всех убил. Все, хана. Так, ти... В миллиметре просто от тебя. Ладно. Прожил. Вот, как туда попасть, я хз. Учитывая тот факт, что здесь нет какого-то собирательного элемента, типа какого-то крафта или еще чего-нибудь подобное, ну или просто каких-то вещей, можно было просто закрывать пути. Мост туда сделан, а этот не активирован. Интересно. Я что, пробежал мимо когда-то, что ли, успел пробежать? Ладно. Интересно. Не знаю. Давай. Так, ну вон, я вот... А, во! Что? Да, вот это, наверное, он. Хотя я не уверен, конечно. Я тоже. Прям так. Ну, похоже на то. Похоже на то, что я на правильном пути. Ну, ладно. Допустим, мы тебе поверим. Глухой. Ну, без головы, чё ему? Сука, что происходит? Где-то прям... Где-то в середине, что здесь, лабиринт? Ладно, давай так. Это обычный воин. Так, на черную жижу не надо. Вот и все. Расползся. А мы здесь читали отзывы в Steam? Да. Может зачитать? Не надо. Почему? Отзывы слишком агрессивные к этой игре. Нет, дело же не в агрессии, а чисто в субъективности. Именно в том, что... Я, кстати, считаю, что вот последний шарик, когда забираешь, они тебе, по идее, должны телепортировать сразу туда, куда надо. Ну, по идее, но не факт. Вот, а дело именно в субъективности. Можно же как хорошие, так и плохие зачитать. То есть кому-то же игра понравилась, там не то чтобы все отрицательное. Опа, это что было?
Маска делает сильнее, злее зло, добро добрее, мышцы силы наливая с разумом. Твоим играет. Маска — гробовое платье. Смертоносное проклятие. В смысле, 4 из 5, еще одна осталась? А, все, 5 из 5. Нормально. Я думаю. А, он не зачитал, потому что он не допиздел. Да, он даже мне не показал, куда идти. Беги! Не успел. Эх! Мне нравится, хоть в тебя одна прилетит, хоть 51, он одинаковое количество здоровья схреначивает. Ну так-то, 3 выстрела чумы и конец. Ну так-то да. Это я заметила. Неплохо сжирает. Угу. Ну все, бежим узнавать правду. Да. Я тебе больше скажу, это вся наша серия. Да. Прикинь, полчаса в ином мире. Просто. Нет, ну хорошо, что они идут на усложнение. Ты что встал? Да там не пройти. А зачем ты в кусты побежал? Я хотел этого обижать, чтобы в кустах? Не, чтобы его не привлекать. Но ты я же... думал, там можно пробежать. Это не открытый мир. Ты что хотел? Как не открытый? Видишь, я открыто бегаю. Блять. Что такое? Линейка же не значит, что ты не можешь шаг вправо, шаг влево сделать. Это значит, что ты точно знаешь путь. А здесь так, через жопу, но ты точно знаешь, куда идти. Ну давай. Ну давай, инквизитор. А, это он этого убивал. Торговца. Не, бедолагу, которого поймали. А, нет, торговца, да. Бур, ух. Что происходит? Что я здесь делаю? Помнишь меня, подлец? Гвозди и шипы, ты. Я же говорила, что мы еще встретимся. Это невозможно, ты мертва, я сжег тебя. На костре. Изыди, нечистый дух, изыди. Я уйду, когда свершится проклятие. Как? Какое проклятие? Мальчишка тебе не сказал? Странно. Я уверена, что он его слышал. Ну да, ничего, скоро ты все узнаешь. От палача. Рифма глотку рвет мою, песнь последнюю спою, слова каждое запомни. Я уже не повторю. Кто наденет маску, тот без мозгов, считай, живет. Плетет рифмы и хохочет, дико пляшет, что есть мочи. Флейта в руки попадет, так на ней сыграть придется. Чего так шатает? Мне кажется, он ничего не понял. Маска делает сильнее, злее зло. Добро добрее, мышцы силой наливая. С разумом. Твоим играет. Маска — гробовое платье. Смертоносное проклятие. И тебя проклятие ждет. Здесь смертей. Круговорот. Ног лишит тебя веселый друг. Палач мордоворот. Избежать судьбы ты хочешь? Днем? Молись, молись и ночью. Снять проклятие злое. Может только милость, милость Божья. Впрочем, полно, двинем дальше. Пока песня не стала фальшью. Он же смирился, мне кажется. Похер ему. Да. Короче, типа надо было молиться. Безумие множится. Сука.
Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел, я принести, но меч. Меч он принес. Ох! Ну да. Сейчас он что-нибудь, сейчас подожди, он что-нибудь скажет? Сейчас он что-нибудь очухается, скажет, что что-то как-то... Кто-то мне врал. Но а напиздели. Кто, непонятно. Знают они, как принять проклятие. Надо было просто помолиться и сказать, что согрешил я. Да, типа, сорян. Глупо сделал. Но никто не... Но все думают, что нет. А, ничего не скажешь. А, теперь надо к братьям Фингельштайн топать. И сказать им все-таки предъявить им за их вранье. Да, что они пиздоболы. Но это мы сделаем в следующей серии. Да. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.